Но могу сказать, что у меня сейчас огромное количество людей, которые в Крыму скупают недвижимость. Вот, потому что они видят в этом инвестиционный проект на будущее. То есть в любом случае, сейчас в этом году у нас пройдет новая волна, которая переехала в Крым. Мы сделаем его более популяризированным для населения. И, конечно же, отдыхайте на курорт Краснодарского края звучит, как летайте самолетами Аэрофлота. Ну вот примерно, наверное, так. А что касается какой-то истории, войдет ли он, конечно, только для этого должно пройти время. И Крым, безусловно, это стратегическая военная точка прежде всего. Именно поэтому за нее столько было и борьбы.